Всем привет, с вами Турбо. У нас новый обзор. У нас будет три клипа на обзорах. Это Морген, Деникс. Клип вышел в этом году. Скрипт с Федуком, Асталависта. И Егор Крид, тот же Будда. Плачут небеса. А, еще и Доминик Джокер, я так понял. Они просто что-то типа кавера делают. Так, ну посмотрим Моргена сначала. Попытаемся быть объективными. Попытаемся. Алиш, попрошу тебя, ну возьми трубку, пожалуйста, один звоночек и все. Я больше не буду тебя за***. Ну, пожалуйста, один звоночек, посади. Да, здравствуйте, да-да-да, идите на***. Сколько раз мне еще вам повторять, реклама букмекеров только через мой труп. А, он же рекламировал букмекеров. Да. Это он отсылочку делает. Дальше спать. Огнестрела в щеку разве умирают? На футбик это перспективно. Очень. Тут реклама не прямая, это все нативно. Заходи на 1x и профиль регистрируй. Это не работа, это побалдеть. Зарядил немного, интереснее матч смотреть. А поднять на этом лямы могут только я и Дрейк. Ваш гонорар. Нам нужна еще одна реклама. Не
торопитесь. Вот, посмотрите, это новый контракт для вас. На 10 миллионов долларов. Это оценивать. Короче, насчет музыки, текста, в общем, как музыкальное произведение, даже оценивать это не буду, это понятно почему, потому что это ноль, да даже минус. Хуже сделать, наверное, невозможно физически. Ну, это, короче, не музыкальное произведение, по факту просто рекламная интеграция огромная. Единственное, что можно сказать, это сделано качественно в плане видеоряда. Видно, что это немалые деньги в это было вбухано. Но это по факту просто шанс остаться на плаву. Видимо, большие бабки забашляли за рекламу. И оценивать нечего, по сути. Просто мини-фильм. Все, что могу сказать. У меня единственное, что у меня вопрос вот к этим 6,2 миллиона просмотров. Вот реально, вот что вы оцениваете здесь? Понятное дело, что это уже имя на него работает, что это его постоянные там подписчики, слушатели и так далее. Но 6,2 миллиона, блин, это очень прискорбно. Ладно. Так, дальше у нас Скрип и Федук. Я думаю, хотя бы вот здесь мы оценим саму музыкальную составляющую. Thank you.
Блин, вот Скрипу всегда респектовал за то, что я не был его поклонником, никогда его музыку сильно не понимал. Ну, ему респектовал всегда за то, что он, во-первых, с низов поднялся без какой-либо помощи, во-вторых, продвигал всегда свое, не подстраивался ни под кого и не связывался с попсой этой. Фиты никогда не делал, ну, с Мияги, вот эти фиты и другие исполнители, нормальные, так сказать. Но фит с Федуком... Ну вот по факту можно, вот это даже можно разглядеть, как артист может деградировать. Вот кем он был до, и вот он, пожалуйста, фит с Федуком, и это просто ну в никуда. Да, видеоряд качественно сделан, все на уровне. Бит хороший, тоже качественный. Но блин, нет, вообще это просто, это шлак. По мне, это чисто мое мнение. И как результат 1,6 миллионов просмотров. Так, Оджи Будда, Егор Крид, Доминик Джокер. А это разве не Тимати? Куда летим вообще? Решил его. Дамы и господа, рады приветствовать вас на борту нашего рейса Тюмень. С вами ваш капитан. Блин, я в свое время очень люблю. Приятного просмотра. Съемки стоп, камера стоп, ребят, свободный. Бабло закончилось, баджет на нет, все. Я всегда ждал, когда же Джокер появится. Сейчас будет. А, ну как, куда без интеграции. Да, 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 инфобанк. Смотри, прошло. Хороших съемок. Спасибо. Хотя бы юмор добавили, разбавили как-то. Так, ну на фоне
предыдущих клипов этот, конечно, только за счет того, что я любил песню в свое время. И все. К Джокеру претензий нет, понятное дело, эпоха ушла, бабки надо рубить как-то, и поэтому выезжаем за счет единственной, наверное, песни популярной. Я, короче, сегодня хейтер лютый. Крид тоже понимает, что время уходит, все уходит, зрители уходят и цепляется за фрешменов типа Оджи Будды. Оджи Будда просто свою работу сделал, каким он был, таким он и остался. Короче, подытожим. На сегодняшний день, чтобы... Так, сколько он у нас набрал? 1,6 за 2 недели. На сегодняшний день, чтобы попасть в топы, набирать 1 000 000 плюс просмотров, мы берем качественный бит, мы берем какую-нибудь забытую звезду, забытый трек, мы берем мат, пошлость, это все в блендер, все перемешиваем и получаем на выходе вот такой шлак. Я надеюсь, что вот эти миллионы людей, понятное дело, что это определенная аудитория, это молодые люди, которые, это их вкус, то есть они респектуют этому. Но я надеюсь, что люди немножечко со вкусом определятся своим, поймут, что это, ну, блин, это далеко от музыкальных произведений. Это просто шанс оставаться на плаву. Если только ради этого делать музыку, то нафиг мы вообще все это делаем. Мы попытаемся как-нибудь ближе к олдскулу приходить. Тогда хотя бы песни ценили за качество, за слова. И клипы были, ну, далеко не такие. Блин, я, конечно, не навязываю никому свой вкус, у всех свое восприятие. Но, по моему мнению, это хуже, чем плохо. Вот так бы я сказал. Не знаю, ну, парни пытаются заработать. Короче, так. Цензурно, вот можно сказать, а так в голове одна брань. В общем, мы послушали три, не буду говорить произведения, это слишком для них лестно будет. Три клипа, это было очень плохо, я так считаю. Как вы считаете, можете я не прав, может свое мнение можете высказать в комментариях, можете меня захейтить так же, как я их хейчу. Ну, это не хейт, я просто высказываю свое мнение, объективное, субъективное, ладно. Так что пишите все гневные сообщения в комментариях, ставьте лайки, хотите дизлайки, как вам угодно. И можете написать в комментариях, на кого сделать реакцию, может... Есть какие-то исполнители, которых надо оценить, которые надо посмотреть. И, возможно, есть исполнители, которые вот именно по тем ступенечкам идут, про которые я говорил. И мы просто это оценим. А так, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!